Каин и Авель. Эти два юноши – дети Адама и Евы. Один из них, Авель, пас овец, а брат его, Каин, был земледельцем. Однажды Каин принес часть своего урожая в дар Господу. Авель также принес дар Господу от первородных овец своих и от тука их. Господь принял Авеля и его дар, а Каина и его дар не принял. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. Тогда сказал Господь Каину: «Почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Однако Каин не преодолел греха и продолжал завидовать брату. Однажды, когда оба брата были в поле, Каин напал на Авеля и убил его. Кровь первого умершего на земле человека обогрила землю. Господь наказал Каина за грех, сделав его изгнанником, скитающимся по земле. Бытие, 4 глава, со 2 по 12 стих.